дни праздника. О, нифига себе. Фестиваль имени меня наступил. Окей, фестиваль имени тебя наступил. Добро пожаловать на Огненный Солнцеворот. Честь праздника за выполнение всех заданий ты получишь вдвое больше золота, насекомое. Очень приятно. Прикольно. Разыграйте 30 карт, охотник. Так, хорошо. Победа манга или шамана. Так, тем временем Storm Ило подписался на нашу трансляцию. Storm Ило, добро пожаловать в семью. Спасибо тебе большое. Вот тебе брофист. И обнимашки. А, заметьте. Учить по трекам есть? Нет, сейчас нету. Заметьте, ребята, они еще... всякие огнюшки добавили, типа, чтобы они тут летали, такие симпатичные. Давайте, пойдемте потусуем. Потусуем? По-любому. Огненный солнцеворот Рагнароса. Победите противника, а если вы накормите постоянно растущего пожирающего существ маленького повелителя огня, то, возможно, еще и награду получите. Еще и награду получите? Значит, нам нужна куча мелочи. Куча мелочи. Давайте возьмем старого доброго агродруида. Он у нас обожает кучу мелочи. Да ведь? Колдовской ворон. Так, где у нас тут? Врасик нужен? А, не, нам нужна куча мелочи. Куча мелочи, куча мелочи, куча мелочи, куча мелочи. А можно еще, знаете, что надо еще, может быть, кендруида. Так, кучу мелочи. Вообще ничего такого брать не будем. Будем брать чисто кучу мелочные карты. Учпачмак. Кучу учпачмаков. Так, нам нужны теперь мелкие карты. Давайте посмотрим, что у нас есть мелкого, совсем мелкого. Так, есть огневичок. Огневичок, зубами чок. Так, глазастик, огневички. У меня, кстати, он один. Очень неудобно. Так, пират глазастик один. Теперь мне нужен пират 1-2. Он помогает. Да? Сходил на нового паука, веселого кинцона, восьмерочку потянет. Ой, здорово. Это приятно слышать, то, что он неплох. Я тоже хочу посмотреть. Саша, тут надо с братишками играть, чтобы накормить Рагнароса, а то в рандоме одна грота. Я понял тебя, вот швабра. Так, гидра. Я вот тоже, как бы, тоже взял агроту. Сейчас с этого казакину. Понятно, хорошо. Давай, я понял, Талим. Так, а что у нас еще есть? Как у нас вообще выглядит агродруид? Я вот совсем не знаю. Сквайр авангарда нам нужен? Сквайр авангард даже такой агровый, нормально. Можно и взять. Сквайр авангарда. Нормально, это же поможет накормить Рагнарошу. Сквайр авангарда, метка Ширача, значит, мелкий забав. Живая мана, Саваджрор, гидра горьких волн. Мне больше ничего не нужно. Коварный птенец мне нужен. Саша, тебя эта гидра сожрет на раз. Убери каку. Ну, я просто собираю более-менее агрового чувака. Просто более-менее агрового чувака. Я вот не шарю уже, я же еще не видел, что там в потасовке происходит. Так, буфетные паучки, я видел, что буфетных паучков брали. Да, буфетные мартовский паучки. Скот поддержал ваш канал буфетные. На 100 рублей и сообщает: удачи с солнцеворотом, насекомое, шутка. Если можно, пикник, королевство кривых. Конечно, сделаем. Да, в смысле, мартовский скот, я спокойно, убери гидру, честно. Убери гидру, честно. Блин, ребята, я не знаю, что брать на место гидры. Вы такие, возьму тогда, я не знаю, учительница магии. Учительница магии. Вот хотя бы их возьму. И я не знаю, еще что-нибудь, какую-нибудь рандомную карту. Ментальный дислокатор, конечно же. Вот. Хапиден, держи пару соточек. Спасибо. Поставь Енаги-Наги, Такона, Дечи 27. Гострули, Маню и Тамисион, Сивендиадла, Синцеракисис, пункт, Чампли, Читион. Окей, принято. Спасибо тебе большое, бро, за поддержку. Поставим все, поставим. Так, у нас сейчас уже чуть-чуть треков накопилось. Чуть-чуть треков накопилось, но это не беда.
Это не беда. Так, последнее сообщение. Мы их поставим все. Так, блинки-блонки. Спасибо, блинки-блонки. А, поставим, поставим. Все поставим, будет в лучшем виде. Так, ап, 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 ап. Так, это Кахану добавили. Значит, еще у нас здесь Лим. Лим-сет. Так, здесь... Так, Киллрок. Киллрога я уже утомил. Мне надо... Если увидите Киллрога, скажите ему, чтобы он мне написал плюс, пожалуйста. Так, значит, здесь мы взяли. И здесь тоже мы добавили пикник Королевства Кривых. Конечно же, никаких проблем. Так, все, вот метка и шарж. Кирёв не нужен. Так, хоть покажите, как этот Рагнарош это выглядит. В конечном счете это... Негодяй. Очиститесь огнем. Так. Неуязвимость. Не может атаковать в конце каждого хода, сжигает, поджигает случайных противников. В конце вашего хода поджигает случайных противников. Ага, Рагнароша и у него, и у меня. Ага, я понял. Хорошо. Он на 2 урона, да, это делает? Все, я понял. Я понял, он на 2 урона это делает. Ага, на 2 урона. На 2 урона. И у нас у, обо... и у, нас у обоих Рагнароша. Нам его надо как-то баблировать. Атака Рагнароша увеличивается, когда он сжигает существ. И он остается здесь, да, забафанный. А сейчас, если я... А сейчас, если я пока что... Значит, я здесь вот так вот, наверное, сделаю. Чтобы у меня не умер... Чтобы у меня не умер юнит, потому что ему... он обречен. У него 3 чар стрелы. Да, я понял. Если бы у меня была гидра, мне бы разбили просто кабинет. Курлок Волнолов обречен. Хорошо. Так, есть 2 буфетных паучка. О, буфетные паучки хороши. Они впитывают прям тьму тьмущую. Ох, нифига себе. А, у него увеличивается атака на 2. Подожди, а почему он убил... Почему он убил с 3 атаки? Как он мог убить... А, потому что у него было 5. Все, простите. Он же убил 2-1 и 1-1. Я наркоман. Так, хорошо, 7. Уа. Так, 7 урона. Так, это все очень плохо. Get down. Ладно, мне надо будет сейчас реально. Так, сейчас я буду получать просто караул. А, подожди, колдовской ворон, он даст 7. Если я сделаю колдовского ворона, пусть метку и шараджа, технически у меня больше 50% на то, что он выживет. Да, у меня больше 50%. На раз, нормально сойдет. Я это как бы так расфасую, урон. Нет, он у меня не выжил, к сожалению. Так. Короче, я понял, ребята, я знаю уже, кого хочу. Я хочу всяких чуваков, типа с Энрагой. С Энрагой, вот. Хочу чуваков с Энрагой, хочу чуваков... Сожгите как можно больше существ, чтобы получить как можно... как особенную награду. Ага. Есть у меня есть... вот этот чувак. Вот этот чувак из знак Лотоса. Ой, это даже неплохо. Значит, кровожадный корсар. Ты... Я-то знаю, что я сделаю. Я уже просто вижу. Я уже просто вижу. Я хочу патрон Вана. Вара. Патрон же, это же просто жесть. Патрон же, это просто жесть. Так, счастливого огненного солнцеворота. Только не спалите лес. Ха-ха-ха. Окей. Бедный, бедный, бедный. Я ничего не боюсь. Бедный зожник. Ну, в смысле, не зожник, зеленый. Бедный зеленый. О, Мария, насекомое. Так. Ле Саваж. Так, ну, тут такая ситуация, что...
Так, провокация, божественный щит, плюс один, плюс один. А, без разницы совершенно. Все. Победа за тобой. Все дает одинаковое количество всего. Так, хорошо. Я понял. Убита Рагнарошей 13. Убита. А, убита Рагнарошей. Понятно, все. Я думал, убита Рагнарошей, думаю. Ну да, тогда должно быть убита Рагнарош. Я наркоман. Ядрить меня козявит. Смотри, яйца драконов, да и вообще. Да, яйца. Яйца. Яйца, безусловно, забавка. Для начала я хочу патрона. Я положу в тебя патрон, мне выстоять поможет он. Бутово опять судьба, но для Хоумис это мать-то родна. Значит, боевой робот. Боевой робот, почему нет? Мастер брони, почему нет? Вурдалак нет, ваше существо с рывком нет, берсерк да. Кораблец кровавого корыта, да. Внезапно генез, да. Мне один, ну и ладно, мне больше не надо. Несчастье шута. Не-не-не-не. Кстати, несчастье шута, как оно работает на Рагнароса с иммунитетом? Точнее, как бы, как работает потасовка на Рагнароса. Ну, возьму на всякий пожарный одну. Так, хорошо, теперь патрон. Грим Стрит патрон. Как его? Завсегдатай. Мрачный завсегдатай. Да, вот он сладкий. Теперь Молтен Джайанты. Молтен Джайанты надо? Непонятно, надо ли Молтен Джайанты. Так, исступление. Так, исступление. Папку возьмем одного. Амани, да. Варген, да. Персерка можно. Нет, подожди, стой. Еще есть Гурубаши. Гурубаши. Есть еще тот, который от урона по себе дает метатель топоров. И еще есть служитель боли. О боже, вот это билд. Здесь каждая... Каждая цацка, каждая цуцка, каждая мелочь синергирует просто с... Так, с мастера брони взяли, грома взяли. О боже. Так. 0,3 яйца, которые 5-5 рожают. Too slow. Так, да. Corrupted Hogger, как же он называется? Это кошмарный дробитель он называется. Хорош! Хорош! Так. Давайте. Получает урон. Получает урон. Вот так вот. Яйцо дракона, да. Ха, гидра! Не, гидра, спасибо. Гидра, не, мне чужого не надо. Так. Иступление. Вот серьезно, может быть, еще какое-то иступление можно взять? Вот этого на пушку взять можно. Можно взять секиру. Секира. Ты не доживешь до всех этих комбинаций. Watch. Watch me просто. Истелятор возьми на всякий пожарный. Внезапно генез. Ну, давайте вместо одной секиры. Вместо одной секиры. Возьмем. Исцелятора. Просто потому что мы любим исцеляторы. Исцеляторы старые, добрые. Так, да возьми ты гидру, она топ для орка. А, да, я же еще в рейджорка попал. О, мрачный. Я же еще в рейджорка попал, а я совсем... Завсегдатай, я даже хочу оставить стартовой руке. Я же еще в рейджорка попал. Но я еще этого не видел. Ну, то есть не видел, как попал. Можно с тобой делик на 160? Тебе нужны деньги? Спрашивает Крисолит. А ты у меня в друзьях есть, Крисолит? Если да, то да, давай. Давай, почему нет? Можно будет собрать патьку. Так. Я, кстати, вчера все-таки сделал лютый хард-резет.
Несколько тысяч. У тебя вебка моргает периодически. Да, она такая. Она такая, она тебе подмигивает, братан. Так. ХЗ Диабло. Капитан, ты достаточно упитан? Да, нормально так. Вон, смотри, Крисолит, там Николай Гнездилов вообще вот плачется. Так, второй патрон. Ух ты. Everyone, get in here, pile on. Да, я буду аккуратненько играть по кривой маны. Типа, 2, 3, а потом как бы коин пятерка. И я такой... Конец близок! Так, ух ты. Так, стоит ли ставить Амани в таком ключе? Думаю, нет. Думаю, меня все ничего не парит. Рагнарожа, Рагнароша и Думсейр. Ха. Ок. That's no lie. Так, Секурету. Так, Секурету, Секурету, есть внезапно Генез. А, начнем, наверное, с Амани. Это просто. Хотя есть и разъяренный берсерк. Я думаю, с Амани проще все начать. Пора пустить кровь. Так, есть. У меня, кстати, нет никакого экзекута. Ничего такого, чтобы. Атака Рагнароша увеличит, когда он сжигает существ. Да-да-да, спасибо. Так, а здесь. Пайлон! Что? В смысле? Шалом, шалом, видел сливчик нового допа, CLK incoming. О, прикольно. Показывай сливчик нового допа. Я в свое время, когда мы были на сходке в Москве, говорил, что следующий аддон должен быть CLK. Но Драконел убедил меня, что это не так. Удиви меня. Это важно, сделай. Это важно, сделай как томат. Дальше не читал. Так. Внезапно Генез на всякий пожарный. Давай, иди сюда. Все. Давай пока на всякий случай, если это вапороны. Да это не может быть вапороны. Кто бы взял такое говно? Он же не умалишен. Так, первый. Второй. Насип. 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 Так. Пусть боль говорит за меня. Вот он, держи. Интересный сливчик. Насип. Так, ну тут такая ситуация, что мне даже ничего здесь и не надо. Если у меня не будет места на Рагнарошу, что произойдет? А что произойдет, ребята, если у меня не будет места на Рагнарошу? Вот сейчас, кстати, и узнаем. Надеюсь, не полный вайп стола. Я вот уверен. Я вот просто уверен, что будет. Я просто вот уверен, что будет. Насип.
останется у врага. А, останется у врага. О, это забавно. Пайлон! Мэ. Так, внезапно Генез. Я сейчас. А, подожди, внезапно Генез не так работает, как я думал. Черт, он добавляет на стол. Хех. Чё-то лажа какая-то. Пайлон. Подлый фризмак меня бесит. Я неправильно сыграл. Сразу вам скажу по секрету. Вообще он меня сейчас раздолбит. Это же не кровавые войны. Да, мне надо было кровавые войны играть, а не внезапно Генез. Так, у него армор. У него армор, я могу как-то в этот ход прокнуть? Нет, не могу на этот ход прокнуть. Хорошо. На самом деле плохо. Так, нужно использовать эмоцию ухты. То есть произошло следующее. Пацан был фризом. Пацан не знал, что Рагнароша наносит в начале моего хода урон. Своего, собственно, он получил хода урон, да? И все, и вот он умер. Так, внезапно Генез. Ай, ладно, хрен с ним, пущай будет внезапно Генез. Нажми ты уже, ух ты, сейчас работаю. Победа, айсблок не сработает. Очень тленно. Так, нужно было, чтобы всего стало 60, тогда способность усу... Ух ты, будет третьего уровня. Ну, здравствуй. Здорово, Максимчик. Чё, как сам норм? Сам ок? Как ты? Как ты рассказывай, мой хороший. Как самбраменница. Между прочим, если ты смотрел турнир, генг все юзают, солдатов почти не юзают. А ты очкодилер, конечно же. 60 надо убить максимум. Ну, надо тогда да. Вне может оказать, в конце каждого хода поджигает случайных противников. Подожди, почему не прокает айсблок, лол? Это же рак. А, лол, айсблок не прокает, потому что урон получается тогда, когда он отдает ход. То есть он отдает ход, и в конце его хода срабатывает Рагнароша, лол. Что ты сделал с магом? Я не играю в ВВЛУЛ. Видите? Поэтому айсблок просто не работает. Ха! Рак. Лол, кек, чебурек. Я не играю в ВВЛУЛ. Максимка, прекрати бегать от правды. Прекрати бегать от правды. Мы же все прекрасно понимаем, что ты не то, что не играешь в ВВ, ты нубас. Вот в чем дело. Вот почему. Я долго думал. Я долго думал, почему ты ушел из Overwatch'а. И наконец-то понял. Все потому, что ты не смог взять мастера второй раз. Оказался очень слабым игроком. Это ужасно. Это ужасно, Максим. Я просто хотел у тебя пуст, конечно же, попросить, но ты просто подставил меня. Рагна не на твоей стороне сегодня. Рагнароша, да, меня бесит вообще совершенно. Блейзер? Блейзер 2007. Солнце ворот, зажигай огни.
О боже мой, зажигай огни, я много всякого говнишка был готов услышать, но зажигай огни, это было слишком сладко для меня. Зажигай огни! Огненного солнца ворота. Зажигай огни! Господи, эти накачанные мужики. Потрясающе! Сык, это самая наркомания, что вообще можно было придумать. Сокрушу тебя! Так, ну давай, ладно, давай через служителя боли, реально. Давайте так пока. Ты еще приветствие у Гул'дана не слышал. Так, да отстань ты от меня. Зажигай огни, сука, я это просто на мимас. Это на мимас. Вот это дерьмо точно надо форсить в группе ВКонтакте. Вместо приветствия. Просто это говнишко надо форсить. Здесь, кстати, неправильный порядок, конечно, но это уже не обращайте внимания. Зажигай огни. Потрясающе. Так. Зажигай огни, да. Так, когда ты перестанешь в эту какаху играть? В какую какаху, Максим? Максим, давай я тебе объясню, какова на самом деле дружба с тобой. Значит, играл я в Hearthstone, потом тебе Hearthstone разонравился. Но это ладно, мы с тобой вместе особо никогда не играли, и это нормально, тут вместе не поиграешь. Ага, да? Потом ты такой, ой, Санек, вышел Overwatch, давай играть в Overwatch. Сейчас ты в Overwatch не играешь. О, Санек, вышел PUBG, покупай, качай PUBG, будем играть. Теперь ты в PUBG не играешь. Что ты мне втираешь про то, что когда ты уже перестанешь в эту какаху играть? Да у тебя настроение меняется чаще и быстрее, чем у... Ты понял кого? Чем ты понял у кого? У девицы... красноглазый. И через пару дней та игра, в которую ты играешь, ровно таким же образом порастет мхом. Так что... Зажигай огни. Счастливого огненного солнца ворота. Что же теперь? Так, подожди, а давай вот так вот. Нормально же будет. Мой клинок жан для крови. Счастливого огненного солнца ворота. Неплохо. О, это, кстати, прикольно. Ты я поторопился, правда? Нормас вообще. Зажигай огни. Так, играй с ним и спени в пух, в чем трабла. Мы, кстати, в субботу, скорее всего, будем играть в пух. Там будет, правда, твой любимый игрок? Хукута? Это будет с его подачи. Ребят, напоминаю. А, кстати, да, новости. Лола не будет. Лола не будет. В пятницу и воскресенье Лола не будет. Он перенесен где-то примерно до августа. До конца августа, скорее всего. Вот. Но в субботу... Как мы и планировали, у нас будет альтернатива. What Remains of Edith Finch. Тоже экзистенциальная, тоже крутая, тоже веселая. Так, ну его вообще можно слеталить. А можно этому Рагнароше дать таунт? А, как я понял, да, но сначала надо дать сайленс, вот так вот. Вообще, как бы у нас слетал при помощи огненной секиры и этой штуки. Ну, блин, мне так хочется еще поиграть. Так что давайте. Максимус не имеет нормальные игры, поэтому и лозит жопкой по всем. Да не, на самом деле Максон поступает правильнее всего. В этом вопросе он играет в разные игры, и разные игры, они веселые. Слушай, ты юнитов вон 3-3-2 стоят, их убивай! Что с тобой не так-то, куда ты стреляешь-то? Зажигай!
гиена-падальщица. Такое дело, что все, что он сейчас выставил, этого даже не хватит, чтобы он вышел. Фак. Зажигаем! Во сколько стрим в субботу? Два. Так, я вообще играю в пупку. Конечно, ты всегда занят же. Смысл с тобой пытаться кооперировать или стрим? Или смотришь, как играет Ольга. Да иди ты вон. У меня немного времени. Что поделать? Нет. Ольга тоже не играет. Ой, не то сделал. На самом деле прикольно. Давайте соберем какого-нибудь, я не знаю. Нет, не хочу. Что у нас? Гул'дан? Нас интересует что? Нас интересует... Давайте, наверное, одержимый крестьянин. И яйцо сейчас. Хочу такой смойл. Я даже не знаю, что это за... Кто это? Чаки и Лапидус. Мне как-то... Для меня они какие-то странные, эти чуваки. Так. Немного минут 10. Вообще-то часик. Вообще я в Battle Riot играю, мне очень нравится. Но, к сожалению, ты не скилл-бейзит игрок, поэтому тебя в Battle Riot позвать не получается. Очень обидно, между прочим. Хотелось бы, конечно же, чтобы братишка был скилл-бейзит, но братишек, к сожалению, не выбирают. Возьми парящего стража. Завтра тогда что? Зеквар, я вот думаю, можно, кстати, завтра и Диаблу замутить. В принципе, почему нет? Можно завтра и Диаблу замутить. Давай чуть-чуть попозже я к этому... Ой, я, кстати, хотел разозлить на Синдарай. Посмотреть, кидается ли таунт на него. А, подожди. Надо сначала стенающая душа. Надо Сайленс замутить на него, а потом уже затунуть Синдарай. Там один парняга в чатике плакался по этому поводу. Говорил, что именно так и работает. Зажигай огни! О, главарь банды бесов. Он веселый. А если уже с ним бездну попытаться съесть? Давайте попробуем сожрать своего Рагнароса. Так, ненасытный теродактиль. Почему? О, конь погибли, тоже ржачный. На Диабло слот под вечер. Но мы будем играть на несезонном... я хардкор буду играть, скорее всего. Мы будем соло прохождение хардкора делать. Вот так вот. Дань уважения... Йоу, с Лолом ты меня опрокинул, так с D3 не опрокинь, Сцук. А манипулятор на нее работает? А, точно. Давай попробуем. Манипулятор. Главное, чтобы ты был доволен жизнью. У меня все очень хорошо, спасибо, что на страже. Аптекари сектантов на всякие пожарные, пусть они меня лечат, если что. Так, Dark Iron Dwarf. Так, Дворф черного железа, да, наверное. Да. Еще есть Синдарай. Священник Синдарай. Ну, давайте так. Раковая какая-то дека, ну пофиг. А как ты будешь кидать сало на рак, ну, если он на вражеской стороне? Понятия не имею. Понятия не имею, мне один чувак написал про стенающую душу. Я как-то, знаешь, я бы так как-то поверил, а когда ты это сказал, я понял, что я дебил, что вообще послушал его. Патрона на самом деле надо... Патрона надо всегда. Действительно, рекомбинатора. Бугуртатора. Да, Рилли, он всегда на вражеской стороне во время моего хода. А, надо заспамить стол, чтобы он остался там. Или дислокатором его забрать. Попробую Лока с Реной, стиляторами и пандами. Типа живущий, долгоиграющий. Долгоиграющий. Так. Коней надо было, у меня кони есть. Попробую так. Мажордом, Аджараксуса, две Рагны, Юзы, ищи пасхалки. О, не, я не настолько замотивирован. Рагну нельзя выбрать таргетом.
Угу. 500. Капут драконис. Давай так, ладно. Гори, гори ярко. Так, у него тоже пожираки есть. Зажигай огни, конечно же, повеселее, я считаю. Так, манипулятор, шикарно. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, конечно же. На всякий пожарный так и в добрый путь. Лапидус, я вообще даже не знаю, откуда эти кардиналы вылезают. А ты смотришь, как другой человек играет, а ты сам не можешь показать нормально с правильными пацанами, усук. Что? Друганчик, что, прости? А, все понятно, друганчик, я же даже сразу не отсек. Матовский скот поддержал ваш канал на 202 рубля и сообщает, делаем ставки, будет ли следующее приключение ЦЛК или нет. Удачи. Будет время, сплин. Мое сердце. Окей, спасибо. Испанская инквизиция же. Ясно. Спасибо тебе большое за поддержку, мартовский скот. Слушай, я не знаю, мне кажется, что это, ну, как бы, как только начинается время в преддверии патча, сразу вылетает куча фейков и т.д. и т.п. Я больше чем уверен, что они распространяются самими Близзардами, вот. Я еще ни разу не было такого, чтобы Близзард по итогу не удивили. Вот не было ни разу такой фигни, они всегда удивляли, всегда было что-то такое. Вот. Здесь, кстати, такая ситуация, что даже проще оставить. Проще оставить ему этих чуваков. Ой, хорошо. Умри, Насик. Ой, хорошо. Ой, чуть плохо сейчас. Слушайте, я сейчас понял, что происходит-то. О, нормас. Нормас, все, залез. Шам с деволвом. Думаете, он сработает на Рагнароке? Мне почему-то кажется, что нет. Так. Умри, Насик. У него получится Насика сделать. Я хочу, чтобы Рагнарош у меня остался. А что если я сделаю коня погибели? Он сможет прям спамить? О, хорошо. А, нет, не получится такой фигни сейчас. Да, он у него останется. Террадактиль. Так. К сожалению, придется этого чувака сыграть. И хотим ли мы что-нибудь здесь такое? Не-не-не, ничего не хотим. Можно даже просто дрогнуть. Умри, Насик. Так, если как-то убьешь Рагнароша, он призовет свою копию. Да, я знаю. Это мы видели. Только я... Проблема в том, что у него есть летал. Ну ладно, я с этим леталом ничего не могу... А, нет, подожди, я мог использовать аптекаресектанта. Фак! Фак! Вот он, негодяй. Так, убитый Рагнароший. Мне надо, короче, ну... Так, подожди, надо, знаете что?
была идея типа масхила. Девольф, наверное, на него не сработает. 30 атаки, самый большой фейерверк. Масхила. Да что-то как-то мне лень сейчас масхила играть. Ну, возьму я Рено, возьму Исцилятора, возьму вот этого чувака, возьму манипуляторов. Жреца с массалом возьми. Жреца с массалом. Ну, давайте попробуем действительно жреца с массалом. И что с ним надо будет делать? Его надо будет, короче, не убивать. Добавь парящего стража, он у тебя почти не убиваем будет. А, точно, парящие стражи, они же... Рагнарос же в конце твоего хода тебе дает чар стрелы, грубо говоря. Массала жреца не работает. Деволф работает, он потом возвращается без бафа. Деволф работает, он возвращается без бафа. Но это не очень интересно. Что нас реально интересует? Нас интересует какое-то вот прям большое противостояние. Конь возродится и Рагна перейдет. Ну да, конь тогда вообще в этом плане не очень-то и хорош. Честно говоря, я слабо могу себе представить что-то более рабочее здесь, чем патронов. Патроны плюс яйца. Да. Ваниш Роги возвращает Рагнарошу и спавнит сразу нового. Ваниш Роги. Может быть, вообще Кристал Кор сыграть? Своеобразная фигня, которая выставит всех твоих... Ха, да, реально, давайте Кристал Кор. Просто поржать. Поржать над людьми, которые... поржать над людьми, которые хотят забафать Рагнароса. Рагнарос же будет переходить ко мне, он же должен будет оставаться на том же уровне, на котором есть. Интересно, он скинется, да? Интересно, он скинется? Я не знаю. Может и скинется. Может быть и скинется, кто его знает. Вроде он не должен скидываться до 5-5. Сомнения берут. Сомнения берут, что он скинется до 5-5. Правда, мне надо успеть это все дело реализовать. Я так-то могу и не успеть. Яд, теневой удар, диверсия. У нас что-нибудь вообще здесь еще есть? Чтобы я помнил, как она по памяти собирается. Черазин такое себе. Пуф. Пуф точно есть. Препа-пуф, мимикрия, та-та-та. Так, теперь поехали по огневичок. И... пират. Матрос Южных морей, глазастик. Хорошо, с этими разобрались. А, значит, кабанчик. Вепрь камнеклык. Так, хорошо. Пока, чтобы доживать, можно сделать, в принципе, патрона. Не, патрона нафиг, слишком тяжелый. Ой, господи, чтобы я помнил. Хмелевар молодой. Хмелевар постарше. Значит, огненный... Не, как он называется? Пламенный. Нет, подожди, как он называется-то? 2-3 с Десратлом. 2-3 с Десратлом, ребят, как называется? Чтоб я помнил. Пепел к пеплу. А еще... А, пылкий элементаль. Вот он. Вот он какой. Пылкий элементаля взяли. Пылкого элементаля взяли. Мимикрию, паромчик, Хмельвара. Пират Пройдоха, глазастик. Так. А вот Мурлок... Так, Мурлок. Угу.
Мурлок волнолов нафиг, а вот мурлок порочный волнолов, это хорошо. Значит, порочного волнолова взяли, паромщика взяли, ледяной осколок остался. Ледяной осколок, в принципе, так чисто для... Хлад видит тебя. Ладно, элементаль. Ледниковый осколок, элементаль. Так, и, в принципе, еще осталась одна карта, какую я, честно говоря, вообще не помню в упор. Что у нас там на возвращение? Наверное, какой-нибудь инженер-новичок. А патронный квест? Квест-то вот он. Ой, правду говорю. А, нормас. Так, хорошо. А смысл Кристал Кора? Ты Рагну 5-5 не сделаешь. Парняги говорят, что делает. А, да, я еще огоньков обычно таскаю. Вместо свашборглеров. Ой. Попробую Гугельмогеля. Да он-то что делает? Препа-пуф есть. Препа-мимикрия. Пси-дейзи, на самом деле. Против Ханта это... это сливчик, ребят. ХП, иннервейты плюс патроны. Да, и друид этот. Будь здоров. Так, препа-пуф уже есть, если я захочу. Я думаю, что с мимикрии начнем. Восхитительно. Еще неплохо играет резинистка, поскольку урон Рагнароши носится в твой ход. Да, это понятное дело, только ты спасаешь свое лицо, а не юнитов. Иллюзионистка сама впитывает, будь здоров. Да-да-да-да-да-да-да, это понятно, спасибо. Спасибо, очень интересно. Так, ледниковый осколок. Пока что... Пока так. Так. Сколько раз ты уже мимикрировал, пуф? Мимикрировал, пуф? Не знаю. Я не считаю. Ох ты. Так, да-да-да-да-да-да. Самое главное это. Счастливого огненного солнцеворота. Счастливого огненного солнцеворота. Счастливого огненного солнцеворота. Можно не строить. Храбрая лучница. Сейчас все три юнита умрут. Так, не умерли. Так. Во-первых, самое простое. Нельзя заморозить огненного... Огненного царину. Як господар. Так, надо как-то ждать. Надо как-то ждать, потому что пока что все не очень хорошо. Надо ждать, потому что пока что все не очень хорошо. Капа выздоравливает. Да я просто... Ой, да завалишь, кет. Теперь поаллергировать нельзя. Вот ты жопошник неприятный. Так. Я восстановлю справедливость. Так-то он пораньше меня убьет. Про прохождение GTA будет на ютубе? Да. Конечно же. А мне, малыши? Ух, нифига себе. Так, о, пылкий элементаль, шикарно. То, что нужно. Мы ждали тебя. Я знал, что ты придешь. Ура. Если тебе на будущее пылковый или металли можно спокойно поставить. Кучу мелочи-то разбомбил.
Комбо иллюзионистка плюс командирский крик. И стол цел, и лицо не пробито. Иллюзионистка плюс командирский крик. Это, кстати, да, это действительно так есть. Действительно можно. Самоцветная ара, скорострельность. Выслеживание, окей. Отлично, сожгите как можно больше существ. Так. Шаг сквозь тень. Рассказывай. Что произойдет? Сразу вопрос. 2-3, а у него в руке Рагнароша. Тоже 2-3. Которого, если он поставит, он на моем ходу будет стрелять. Угу. Тенетник. Бродячий кот. Ой, сейчас надровает-то, надровает. Ой. Ой, ой, ой. Ох уж эти насекомые. Так, 5. Я могу как-то... Так, я могу сделать пам-пам. А, нет, я не могу сделать пам-пам. Нет, я могу сделать пам. Шедоустеп, пам-пам. Нет, все правильно, я могу сделать через Shadow Step. Это будет, в принципе, окей. Посмотрим, как это выйдет у нас. У него 4? 4. Плюс 2, 6. Эти чуваки должны будут попасть. Я восстановлю справедливость. Да даже пока не атакую. Чуваки должны попасть. Пока попал. О, больше не попал. Хорошо. О, это чувак ушел. О, 5-5. О, нормас. 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 У него пока не отлетало. Просто сойдет. Ай, фак. Фокин хантерс. Фокин хантерс. Кто берет эту... Ты сам взял эту карту себе в деку. Серьезно? Пирана, мать его, стрел. Пирана, мать его, стрел. Ну почему Хантер, а? Почему? Почему Хантер? Ладно, пробуем еще раз. Первый блин комом. Первый блин блином. Да, хейчу просто. Хейчу хантов. Хейчу. Хейчу, почему они вообще попали? Антоксик, мы уже даже им поиграли. Как планируют нерфить Костроге? Не 4 розыгрыша, а 5. О, хорошо. Никому не избежать моего гнева. Крути Рагну. Хорошая попытка, но нет. Очиститесь огнем! Так, пока что, в принципе, да хотя почему бы и нет. У меня он уже 2 вепря ко мне плыхали. Почему? 3 вепря, грубо говоря. Да знаю я, от чего увеличиваются атаки Рагнароша. Надо было Валирку взять, чтобы послушать другие эмодзи. Счастливого огненного солнцеворота. Очень. Самосвал, мы уже проходили. Очевидными вариантами мы проходили. Квест-то где? Мне это надо. Кстати, а где квест? Я его замулиганил? Так, ребята, я замулиганил квест? Ты отлично играешь. Я сдаюсь. Ребят, вы квест не видели? Квест не проходил? Зачем мне его сбрасывать-то? Да. Майер!
Аквестата и нету, ребят. Я причем играю, я даже не заметил, зачем, почему, как так вышло-то? Как я смог квеста рипнуть-то? Как так невнимательно-то? Иди лечись и отпивайся чаем. Вот рилли, надо. Порочный волнолов и два переигрывания. А что за специальный приз? Я так и не понял, больше 30 раз Рагнарошу... Да я больше 30 раз эту Рагнарошу набивал. Да здесь просто увеличивается фейерверк при... Удивительно. Предупреждаю, я нестабилен. Умри, насекомое! Так. О, нифига себе, Рагнарос-то принимает урончик-то. Так, пока ничего. Да, пока я ничего. Восстановлю справедливость. И все. Умри, насекомое! Что у него сзади нарисовано? Не знаю, первый раз вижу. Так, иллюзии. Просто чтобы меньше урона впитывать, но при этом больше накачивать Рагнароша. Очень как. Очень стратегик деплоймент, братан. Очень стратегик деплоймент. Так, пока что инженер новичка, просто чтобы пропустить. Препа мимикрия пришла, это замечательно. Смотрим сразу, что пришло. У нас есть два... С препа мимикрия пришли две препа. Why not? Так. Но ером пока не тыкаемся. Так, умри, насекомое. Паромчик, все, поехали. Есть взаимодействие. Можно играть. Как-то. Я восстановлю справедливость. Кстати, не надо было дагер тратить. Сожгите как можно больше. Да. Сейчас сожжем, будет очень много сожжем. Мне на самом деле даже в принципе не помешает резет Рагнароса. Потому что он очень много наносит. Так, интересно, что это может быть. Понятия не имею, честно говоря, даже в смысле просто. Препа-фуф, кстати, вполне неплоха. Если, конечно, сработает препа. Потому что я, честно говоря, не очень в это верю. А нет, смотрите, нормас. Да, небольшой резет Рагнароса для меня точно неплохо. Так, это у нас уже 2-4, третий. Переиграть. Ну да, не хватает, конечно же, пока что. У него тоже есть Рагнароша. Призрачный паук. Рагнаросы размениваются дамагом. Так, порочный волнолов. Скорее всего, не успеет меня подкузьмить никак. Тирим обратно. И, в принципе, нас особо не парит. На следующий ход надо будет препа сначала вперед тыкнуть. Да. Даже не знаю, что у него может быть здесь. Хорошо. Нус, вперед. Еще один секрет, воу. What the fuck is this? Так, хорошо. Странно, что этот не качается как-то очень странно, реально. Так.
Препу мы жамкаем. Кристалл Кор мы жамкаем. Заморозямбу мы тогда тоже жамкаем. Миррорка. Надо было заранее, да, надо было заранее сыграть. Надо было это как-то предвосхитить как-то. Как-то, хотя, в принципе, меня это так-то не особо-то и парит. Здесь что у нас? Вокорона, Армарона? Армарона. Может быть, даже с Вокорона. Мне без разницы. Странгер Мак поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Даров Хапа. Советую послушать исполнителя Амаранте. Если еще не слушал, не путать с Амаранте. Разные жанры. Окей, спасибо. Ну, ты можешь, Странджер Мак, просто заказать Тричанский, мы послушаем как раз-таки все вместе. Приобщимся, так сказать, к высокому. Куркуабы не пар. Ва-па-па-па-па-па-па. Ай, гачин, май сайдс. Ты что я сделал, кто тебе подскажет? Вот и чё? 25 июля. Игули. Вот что? Вот достиг я вот того, чего достиг. Дальше-то что? Отчаливаем. Вот зачем? Зачем мне... Зачем? Что это такое? Зачем? Что это такое? Убийца! Только ты еще... Да не-не-не, я думаю, уже пора заканчивать. Я, конечно, особо не упарывался по этому фейерверку, но... Мне, честное слово, до него-то особого и дела-то нет. Right. Сейчас он получает 11 урона. Между прочим, не кровать. Почему Рагни 2 ванишь? Окси экшен. Так, ладно, мы насладились потасовкой. Я думаю, хватит нас на сегодня. Двойные квестики. Да. Двойные квестики. Победа мага или шамана. Стихийная перегрузка. Это опять же шаман. Разыграйте 10 оружия. Господи, нам сам боженька велит.